Только идиоты не понимают, что пугать санкциями народ, который ножом чешет спину, ковыряет вилкой в зубах, при этом зубья у вилки расходятся в разные стороны. В минус 40 идет на работу пешком, потому что автобус замерз. При 120 орет в бане: холодновато. Только тупые американцы своими санкциями пытаются сломить народ, который умеет набирать смски в варежках. Не пристегивается ремнями безопасности в машине, а вешает иконки для безопасности. При отсутствии утюга может погладить одежду сковородой горячей. Может сварить пельмени в чайнике.